делаем разметку котлована перед выкопкой грунта. Вызвали геодезиста нашего любимого. Как там? Как оно? Метр 40 от меня. Да, да, от меня двигаюсь. Метр 40. Уклон, конечно, есть небольшой. Я думаю, где-то на сантиметров, наверное, на 40. В ту сторону. Так, у нас сейчас идут дожди завтрашнего дня, поэтому отложили на 3 дня. В субботу начнем копать экскаватором. Так, прошло 1,5 часа. За 1,5 часа вот такой вот объем у нас уже вырыт. Копает очень быстро, хорошо. Вот, развозим пока только сюда, вот вывозим. У нас участок перепадом на 55 сантиметров, потом после заливки выровняем. Тут вот такая ерунда, конечно, вот это вот. Это долгая история, могу рассказать. Короче, я свой нивелир в аренду сдал. И мне его продлили. Получается, я остался без нивелира. Вчера ночью в 11 часов на Авито нашел какой-то, блин, нивелир старый. 1981 года за 1000 рублей. Купил без трехножки. Выставил вроде более-менее ровно. Ну, ровно показывает он для котлована. Пойдет. Пришлось вот сейчас вот приходится с ним работать. Смотрите, в каком положении она стоит. Ну, более-менее ровно показывает все равно. Для котлована это нормально. А дальше уже свой привезу. Сейчас. Ну-ка, давай. Сейчас попробуем измерить. И палка у нас, рейка, получается, из дерева там. Мы сделали. Мы как роем котлован. Мы от края фундамента разметку для котлована делаем 1,20 м. Получается, верхняя часть у нас расстояние котлована от фундамента до края котлована 1,20 м, а нижняя 60 сантиметров. Как бы под уклоном вот так она получается, чтобы не обваливалась. Вот тут грунт-то такой глинистый, он не обвалится, и, конечно, запас все равно. И для отмостки потом нормально будет. Вот Твекс ЕК-14 копает быстро, чем другие там гусеничные, они дорогие. Самый оптимальный вариант вот такой вот экскаватор для выкопки котлована. 1300 рублей экскаватор, 800 рублей в час на вывоз КАМАЗ. Итого получается 200 за час.
Ну, здесь за один день выкопает, за 10 часов должен выкопать. А экскаватор-погрузчик стоит сейчас 1000, там, ну, минимум 100, 1100. И этот котлован он будет копать минимум 3 дня. И вот разницу посчитайте сами. Так, у нас сегодня суббота. Мы хотели завтра песок завести. Тут не получается у нас никак, воскресенье не работает. Только в понедельник, с понедельника начнем стелить песчаную подушку. Ну тут объем ковша где-то здесь, наверное, 0,8. Мне кажется. 0,8 объем ковша. Видите, вот искос вот такой вот идет. Это для того, чтобы земля не обваливалась. Если, например, дождь пойдет, все намокнет и все начнет обваливаться. Потом все будет это падать на песок. Если, не дай бог, там опалубку высунем и арматуру свяжем, то и на арматуру туда высыпется все. Видите, вот искос как раз не даст обваливаться земля. Искос, откос, там без разницы. Вот выкопали больше половины. Начали 8 часов утра. Не 8, а 8:30. Уже больше половины выкопали. Землю оставили вот на выравнивание участка, потом на обратную засыпку, и часть вывозим. Заканчиваем рытье котлована. Время 5 часов. 5:30. Вот, получается, мы с 8:30 до половины шестого выкопали котлован 14,5 на 14 глубину. Так, у нас получается тут метр, в среднем метр 80. Вот за один день закончили. Хоть и медленно работал, даже не торопились. Если быстро работать, можно было до после обеда закончить там часа в 3-4. Отдыхали час. Все на этом. Всем пока. До следующей встречи.
Yeah.